дорогие друзья! Рад приветствовать вас у себя на канале. И сегодня у нас плавка. А плавить мы будем, как вы могли догадаться, тот самый трансформатор, в котором помимо обычной медной проволоки находились вот такие вот медные намотки. Это похоже на медную фольгу, очень толстую по сравнению с обычной алюминиевой фольгой. В общем, вот такая вот медь в нем находилась. Первый раз мне тогда такой трансформатор попадался. Больше таких я еще, к сожалению, не видел. Но я думаю, все будет впереди. Итак, сегодня мы это все дело переплавим, расплавим и получим очень красивые медные слитки. Перед вашими глазами 4 изложницы. 3 из них я уже использовал. При плавке выплавлял слитки. И мне всегда хотелось выплавить вот такой вот маленький медный слиток. Сегодня мы это дело сделаем. Я эту изложницу только использовал для алюминия. Ни разу в нее медь не лил. Очень охота залить и посмотреть, какой, по крайней мере, массы будут здесь слитки и как они будут выглядеть. Медь мы сейчас взвесим, посмотрим, какова ее масса, сколько ее здесь. Охота в памяти освежить, сколько же я получил с этого трансформатора меди. Итак, у нас по нулям. Первую обмотку 402 грамма. Вот это еще закидываем. И вот это 792 грамма меди. На мой взгляд, если бы этих медных намоток, медной фольги не было в трансформаторе, а была бы обычная проволока, меди в нем находилось бы гораздо больше. Но вот такой вот трансформатор, 792 грамма меди. Как вы видите, с него шелуха идет, сыпется. Вот здесь вот засор, поэтому это не чистая медь. По-любому будет засор, но мне кажется, это все выгорит. И мы расплавим эту медь без особых проблем. Изложница будет вот эта вот. Самая маленькая, которая у меня есть. Есть еще меньше, но там уж очень мелкие слитки будут. Также это, можно сказать, будет боевое крещение для моей новой печки. Я ее испытывал, но ни разу в ней медь не плавил. Сегодня мы ее проверим, посмотрим, как быстро она расплавит медь. Тигель буду я использовать на 4 килограмма. На 2 килограмма еще не заказал. Ну а старый, который у меня есть, он немножко треснул. В нем плавить небезопасно. Поэтому 4-килограммовый тигель. Думаю, потихоньку все буду закидывать. Хотя все может быть сразу получится закинуть. Я посмотрю. Закидываю медь в тигель. И приступаем к плавке. Встретимся на улице.
Лавка закончена, и получился вот такой вот результат. Три очень небольших слитка, но я давным-давно хотел попробовать в действии вот эту вот изложницу именно с медью, и выплавил три слитка. Напомню, изначально трансформатор был на 6 кг, в нем была медная лента, масса меди из трансформатора была 792 грамма. Плавка проходила в течение 40 минут. За первые 30 минут я отлил первых 2 слитка, ну а потом еще 7 минут. Через 7 минут остатки доплавились и выплавил остатки, то есть последний маленький слиток. Для моей печки версии 3 новой это была первая плавка, первое боевое крещение, можно так сказать. Конечно же, я делал ее тесты, но все равно до конца вся вода из нее не вышла. И поэтому спустя 30 примерно минут плавки крышка начала парить. Но из самой печки снизу, там похоже были небольшие дырочки, пошла вода примерно, по моим субъективным подсчетам, где-то 50-70 грамм воды прямо из нее выдавливало, но это даже к лучшему, воды сейчас нет, все испарилось, все ушло. В новой печке без каких-либо проблем вся медь расплавилась, все хорошо и удачно получилось. Итак, 3 слитка, дата плавки 16.09.2020 года, трансформатор, латиницей написал, прикупил вот такие вот клейма. Написал трансформатор, масса 285 граммов. Также хочу сказать, все, что я использую в видео, все можно купить на AliExpress и ссылочки, как обычно, под видео. Проходите, покупайте, продавцы уже проверенные, много раз заказывал без каких-либо проблем. Второй слиток 292 грамма, ГР. Немножко улетели, так получилось. Ну и последний слиточек 194 грамма. Давайте это все дело перепроверим. По нулям 285, так оно и есть. 292 и 194, смотрим. 195 и 194, ну как обычно, плюс-минус 1 грамм весы туда-сюда дают. И в итоге у нас получилось 772 грамма меди. Получается, что потери составили 20 грамм на шлаке, 792 грамма было. Но вот такой вот результат, очень красивые медные слитки, мне нравятся. Новая печка получилась очень хорошая и показала себя с очень хорошей стороны. Клейма, изложницы, тигли. Все хорошо работает, медь можно спокойно плавить без каких-либо проблем. Маленькую изложницу я протестировал, очень хорошие маленькие слитки медные получились, тоже нравится, не все же ведь большие слитки делать, маленькие тоже очень хороши. Такая плавка, такое видео, 20 грамм потерь на шлаке, я считаю, что это немного. Я надеюсь, данное видео было информативно, полезно и познавательно для вас. Пишите ваши комментарии, будет очень интересно почитать и, конечно же, поотвечать. Ну а на этом все. Давите значок колокольчика, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока!